Доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова я, Руви. Это продолжение рубрики, в которой нужно взять топ-1 с абсолютно каждой пушкой в игре. Результат получился очень неожиданный. Досмотрите до конца, вы поймете, о чем я говорю. И, понятное дело, ссылочка на плейлист всей этой рубрики есть внизу, поэтому, кто не смотрел все серии, обязательно гляньте. Всем приятного просмотра, полетели. Как только под этим роликом набирается 3000 лайков, выходит новая серия. Короче, ребят, как вы поняли, мы сегодня берем топ-1 только с калашом. Опять же, с ржаном. Это ошибка, но ничего. Как есть, так есть. И я уже нашел себе калашик. Револьвер. Делаем первую пытку записи. Реально, до этого не играли. Вот прям только зашли. Только собрались. Если мы сейчас запишем, это будет просто супер-пушка-контент. Оу, щит. Оу, щит. Калаш. Ты не знаешь, падали на бхан, не? Не, не падали там, только... Вот это вот падали. Вот сам, наверное, слышал. Да-да-да, слышишь. Пойду туда пока пролтайп хан, если никто не падал. Мне пригодится какой-нибудь компенсатор, какой-нибудь пламя-гаситель, возможно. Так. Ну а людям, которые занимаются ставками на спорт или гиперспорт, пригодится сайт под названием 1xbet. 1xbet — это самый надежный и проверенный букмекер. Там самые большие коэффициенты, самые быстрые выплаты и ссылочка с промокодом до 6500 рублей есть внизу. Сейчас самое главное, чтобы подкатка не была скучной, а то опять пробегаем вообще всю игру. Без единого файта, под конец кого-то убьем, топ-1. Не круто это все. Там полкатки, блин, вырезать. Угу. Заметил, вижу, кажется, вижу. Да, меня тоже спалили. Блин, дерьмово на самом деле. Хорош, 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 хорош. Так, челик с дома тебя заспотал. Понял, подо мной где-то. Да-да-да-да, он прям в домике. Он вышел, да. Угу. Для контроля. А нет, за зданием, короче. Вижу. Ну чё, братан, тебе конец. Ага, отлично. Хорош. Я благополучно обосрался. Такое тоже бывает. Как бы. Жопа полная. Но ничего. Не-не, у меня топовый. А тут еще один топовый ломак. Еще один калаш. Нужен еще один калаш? Нет. Я просто одним поиграю. У того там 6x был. Не-не, я четверку, пожалуй. Не, 6x на калаше — это точно ошибка, как бы. Лично для меня. Если ты психопат? Ну да, тогда можно. Вижу челика на горе, упал. На пинге. Ну, он далеко, как бы, я думаю, нет смысла никакого. Вообще далеко. Он на месте стоит. Можно вопрос? У меня прицел был ровно на нем, ровно на нем. Два раза стреляю, и два раза рикошет этого черепухи, походу. Я в шоке. Да-да-да, погнали. Аптека моя, понял, оп. Компенс мой, оп. Капец, тут был и компенс, аптека. Вот это домик маленький. Вот это сок. Дай мне тогда пламя-гаситель. А, он там, там, я скинул в том домике. Эх, природа зовет. Понимаешь, о чем я? Ты хочешь стать? Да-да, слышу, слышу. Готов? Да хз, остановились или что? Подожди, либо это у меня на улице что-то едет, либо это в игре что-то ехало. Да блин, все, паранойя. Блин, все, забей, втекаем. Ага, паранойя. Вижу, вижу, вижу. Это на вышке, да-да-да. Сейчас я его боссу, братан. Ну да, это будет сложно. Это на 2-4? Нет, это не 2-4. Что-то они перестали пикать на самом деле. Мне кажется, либо они хотят проблем. Оу, щит. Оу, щит, зачем? Дал тычку в голову. Ой, what you doing, my friend? Блин, я знаю, что один на вышке. Что-что? Может, пойдем в зону, говорю? Да, давай. Бежим. Жан, только не в голову. Да, не походите по нему. Сваная игра. Не, мне кажется, эта катка еще будет самая насыщенная на моем канале. То есть вот лучше вот этой вот игры у меня вообще не было еще. Опа, 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 опа. Там нокнули, там нокнули. Да, 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 да. Погнали. Это на шанс кого-то убить. Да, да, ребят, контент начинается. Да, сейчас мы, сейчас, короче, ребят, сделаем килл. Чел бежит, видишь? Хорош. Почему, почему это нок, я не понял. Типа его же друга нокнули, либо он его поднял.
Или что? Да, возможно, другие. Не, ну вот это контент, жара пошла просто, килл. Да, погнали дальше, убьем. Да, погнали. Добиваем? Можешь не отвечать, я добил. Блин, там аптеки упали. Хорош, хорош, хорош. Так, у нас сзади проблема. Еще приму хилы. Будем разбирать их. Еще уедем на моцке, все хорошо. Нифига ты. Надеюсь, мне не нужно будет платить за такое вождение. Да, не, все платно за тебя. Все, понял, спасибо. Так, мы в ПНН, мы в зоне. Эта катка должна закончиться большим количеством киллов в финале. Вот просто должна быть. Что для этого нужно сделать? Правильно, пойти на гору. Я пошел. На гору? Угу. Мы туда всех, в принципе, увидим и, я думаю, встретим. Ну, впереди мостик, я как раз тут ради этого и стою. А плывут, 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 на пинге. I don't see. Я все еще не вижу. Я тоже уже не вижу, не парься. По кому работаешь? Это моцик здесь. Я думаю, хотя моцик хочу сломать. Че, ломаем? Да, огонь. Опа! Уже не уедут собаки, у нас тактика. Я тебе предлагаю хотя бы встретить кого-то реально, потому что мы сейчас без киллов останемся до финала. Есть. Сколько киллов прожжем? Опа, блин, справа и слева бегут на пинге. Поработаем? Нет, осторожно, тоже там сверху. Ай, меня, меня. Понял, братанчик. Я посыпь, эх, как же мне сильно дали. Все, спокойно, мы живем. Кстати, сколько у тебя аптек? Три. У нас слева чел, на 140, на 140, окей, сейчас кину. Сейчас ты пока поднимаешься, я попробую выбить. Я скинул аптеку. Интересно, он бежит дальше, либо он остался за мной? Я не знаю. Тебе казалось, кто работает. Ну что, нам придется брать моцик. У нас же есть моцикл, подожди. У нас еще типы на пинге, смотри, бегут. А где наш моцик, Архан? Снизу. Снизу? Ладно, тогда побежали пешком, мы успеем. Так, у нас типа справа, типа слева. Угу, вижу, 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 вижу. Вообще плохо. Все, просто бежим, да? Блин, жопа. Почему мне дают? Куда мне дали? Ладно. Ты в сейве? Да, в сейве. Самый последний момент, пока. Я хочу убить за себя, что ли? Блин, я еще боюсь, что могут подпушить эти вот ребята справа. Ну или хотя бы там как-то встретить. Все, бежим. Я без броник. Не, на самом деле... На самом деле все хорошо. Просто великолепно. Блин, а где друзья справа? Вопрос. Неужто они уже убежали? У нас дроп переваливается. Прикинь, там АВМ. А, стоять. Хм, лол, какая АВМ? У нас же сегодня только калаш, только топ-1. Ладно, хотя бы набор брони. Да-да-да, есть. Броник, шлем, все лежит. Броник. О, щит, мне надо. Угу, забираем. Блин, где должны быть люди, которые вот справа были? Я хз, погнали наверх. Угу, давай, погнали. Может, они уже в кемпе, кстати, возможно. Не, они бы не смогли пропустить дроп. Думаешь? Слушай, ну вот третий набор, вот это уже хорошо, это уже приятно. Ржан? Вот ты слышишь? Меня слышно? Да-да. У меня этот, вылетел интернет. Когда у меня не было броника, у меня места не было, я скинул свою четверку, блядь. Слушай, им нужно... Меня слышно? Алло, Архан. У меня просто опять вылетел интернет, ты прикинь. Что происходит? Чел, бежит, работаем, погнали. Мы обосрались. Другой слева, в кемпах. Угу, понял, понял, понял. Тупой интернет, боже, я его манал, реально. Он вышел из кемпов или будет выходить? Угу, хорош. Угу. А с кемпов еще не вышел, да, я так понимаю? Я его убил. Угу. Тут челик задерживался. У
вниз спускается. Угу, вижу, вижу, вижу. Мне конкретно так прописали. Хиляюсь. Эх, чел, три тычки. Он без брони. Собака, блин, вижу, вижу. Дал в голову. Он просто мертвый. Он просто мертвый. И зона еще подходит, ему конец. Я тебе говорю, он не успеет отхиляться. Хотя, может, успеет. Добежал, вот скотина. Да почему так? Потно, черт возьми. Хорош, хорош, хорош. Че у тебя по киллам уже? 6. У меня 0, дядя, 0. Погнали в кемпа. Да-да, погнали, погнали, подожмемся. Так, забежали. На горе, на пинге. 2-4, сунься в жопу. У нас справа, на пинге. Можешь туда не бежать, да? Да-да-да. Могу. Я сейчас добегу, было бы круто. Да, добежал. В зоне, за горе. Что? Меня так гоняют, как собаку. У меня в доме, у меня проблема. Еще и добил меня такой черт. Серхан, тащи, я в тебя верю. Не, ну для меня это было не катка, а жопа, вот честно. Я в зоне, кстати. Угу, почти. А, бля, они на крыше здания. Ага, есть хэшки? Да, да, есть. Опа. Собака. Думал, пошальную уже писать надо. Ладно, не буду так. Давайте так, если Ржан выиграет, с вас Лукас. А он выиграет, я уверен. Интересно, они знают о твоем существовании вообще? Эти двое, там еще, наверное. Опа. Он минус 2 сейчас дал? Хорош. 1-2. Хорош. Дядя, я в тебя верю, честно. Тебе было осознать, да? Угу. Вопрос хороший. Нахер ты колешься во время катки? Ну, ничего там. Кайф-то надо получить. Опа. Оказалось? Походу нет. На все, минус. Че даун нормально. Походу, че, наверное. Да, это топ-1. Сколько у тебя киллов? 9. 9? У меня 0 киллов, ребят. Пока что, наверное, это самый успешный топ-1 в этой рубрике. Но, ребят, топ-1 есть топ-1. Ржан затащил, он респект, он красава. Вообще, это Ржан, да, ссылочка на него есть внизу. Спасибо за просмотр. 3000 лайков набирает под этим роликом. Выходит новая серия с новой пушкой. Я надеюсь, она будет немного более успешная. Да, все, пока.